нас есть порядок работы с теми закупками, в отношении которых у нас возникло сомнение. И вот творчески работая с заказчиками, а иногда с теми, кто не понимает, и с правоохранительными и контрольными органами, мы добивались того, что эти закупки или отменялись, или переформатировались с меньшей ценой, вот, но в целом экономия достаточно приличная. Работали над тем, чтобы то, что мы делаем, было наглядно, прозрачно для людей, и чтобы люди понимали, что, обращаясь к нам, можно добиваться справедливости. Я говорю хороший пример. Ко мне в четверг человек через социальную сеть присылает сообщение о нарушении, прикладывая необходимый материал. И в понедельник, уже по нашему сигналу, на выявление этого нарушения выходит прокуратура. Когда люди видят вот такую реакцию и наше взаимодействие с правоохранительными структурами, они фактически становятся нашими активистами.